Всем привет, с вами Террариан. Я как бы тут не один, но на сервере Стероги меня сейчас нет. Короче, под первым видео два человека написало задание, которое, чтобы видео было чуточку длиннее, я запишу с Минакро и в Heroes Battleground, и в Сайтами. Но я в Сайтами для разогрева сыграю одну просто обычную катку. И все это я, наверное, буду делать на Генсе. Потому что нужно за него учиться играть. Я на всех умею, кроме него. Так что нужно мне будет учиться играть на Генсе. Найс, разогревочный бой. Чел вышел. А, если что, Минако можешь говорить. Классно, классно. Я не думала, что ты будешь вечно смолчать. Я просто попросила тебя помолчать, чтобы я приветствую Не, я записал. думал, ты просто не записал его. А я сейчас тоже играю за генов, только на випе. Разогревочный бой. У На меня... котором... Давай ты говори. На котором этот, у Террариана нету этот команд, но все равно на випа можно поучиться. Я врублю звук погромче в связи с прошлыми видео. Хоть я и оглохну. Да нет, просто прибавь звук в ОБС, чтобы было хотя бы слышно нормально. Ладно. И вообще там Плохая Алексея идея. было плохо слышно. Чё? Так. Опа. Я, кстати, истреблял Ё. Геннесси в своем видео, если можешь, если... Он, наверное, так. Наверное. Это звук того, как у меня бомбит. Два человека прыгали. Этого я буквально, у него Генс и у меня Генс начали биться. Но он ливнул. Вот блин. Одно только АП. Ну точнее, у меня тоже АП. Против меня только мат. А если по-русски, кокос. Это не тот стиль, который на вчера не думал. Ну это бойлер. Его не бойлер, а это кокос. Я первый проиграл, так что let's go. Ой. Нет, не let's go. Интересно, почему? Так, первый килл let's go. Блин, что-то у меня лага. И у Сереги все по приколу. Он просто оправдывается. То же самое. Ну как сказать то же самое, я не говорю не про себя.
Ну ладно. Вот, Ладно. на видео у меня два челленджа. Вот это будет на потом, а вот первое будет у нас вот это. Потому что эта тварь Минакора заставляет меня зайти ко мне на випку к нему сразиться. Из-за чего все его будут дизлайкать. Где ты будешь сразиться? Вам Дальше мне. какой? Ладно. Это смешно. Ладно, надеюсь, вы запомнили. Если что, в обоих играх. Потому что, если точно не указали, то... Да ладно. Не переживайте, задизлайкайте. Так, запомнили. Сделать бой с Минакро, но мы не будем использовать блок. И... А. Видео, где я буду сражаться без ударов. Ну, наверное, ладно, я это Без видео... клипов, если что. Хотя ты это и так начал. Какой кик? Ну, без кликов играть. А, Думаю, кликов. ты знаешь. Я думал, что за кики. Я знаю, кик это удар ногой. Да. Ну ладно. Этот, поставь на паузу видео. Я хочу кое-что сказать. Ну, говори, я и так тут в попу не начинается. Да, нет. Главное, чтобы тебе это не вылезло на видео. Что? Над гаданием. Что? Разве не помнишь, что тебе вылезает? Не Ну помню. какая тебе реклама присылается, не помнишь? Да, ты думаешь, что каждая реклама равно 18+, да? А нет, главное, чтобы она... Главное, чтобы эта, такая реклама тебе не попалась. А то будет смешно. Ну что? Что за херня? Почему мой оппонент просто или ливнул, или что, из-за чего мне приходится перезаходить в ранки? Смешно. Да, не я. Я хочу знать, что. Что? Это да. Помнишь того человека, который писал? Ты знаешь, кто я? Я не знаю. Причем второй я тоже такой зловещий. Не знаю. Вот так вот ты сказал, да? Только Ай было с маленькой. Ладно. Может, А что сам? мне просто подальше от экрана нужно отодвинуть? Пофиг. Ну-ка, догадайся, из-за чего у меня могут быть лаги. Чем ближе экран, А, тем теперь больше понял. лагов. Никак я могу догадаться, если у меня нет У меня... компьютера, у меня ноутбук. Как же у меня бомбит, су! Я не хочу материться, чтобы не вставлять никаких дельфинов. Это не кринж, это замена мата. Сук! Деревянный сук! Тесе. Я С? Ты же сказал С. Я С. С. Это С по-английски. Блин, ну да, я просто о другом опять подумал.
если я в углу буду стоять, он меня не обойдет. Так что лови инсинерей. Ультимейт здесь. Я забыл даже, как играть. Ты плохо? Да. Раз, два, три. Да какая разница? Ну а с вами был Террариан и Минако. Всем удачи и пока.